Сделка наша. Короче, активируешь этот костер и подбегаешь сюда. Угу. Чуть дальше будет еще один костер. Понял. Thank you very much. Хотелось бы, конечно, костер был, у меня 20 тысяч душ, но я его что-то не вижу, блядь. Это костра, блядь. Это костра. Миша, где костер? Вот где-то там. А где? Блядь. Ой, минус 16 тысяч. Легко пришло, легко ушло. Ёбаные скелеты. Там какой-то валун, блядь, покатился, как в Индиана Джонс. Ой, эта локация тебе понравится. Каждый раз, когда ты говоришь, мне не нравится. Так, все, я бегу. Меня слышно вообще? Блядь, я не слышу. Ладно. Миша, меня убили. Я не работает микрофон. Ну, черт на ты! А у меня работает только нет. Не микрофон, блядь, быстро. Асфальт на паузу. Оставь меня в покое. Ой, я знаю, сейчас тебе позвоню. Алло? А у меня здесь работает, я вижу, что войс работает. Не пойду. Алло! Полипол. Алло, я еще не слышно. У тебя даже кружочек зеленый не горит. Это значит, что, скорее всего, я отвалился микро. Блядь, нет. Блядь. Почему валун в другую сторону начал катиться? Блядь, что происходит? Его ебут. И он души потеряет. Ой, блядь, ты меня призвал? Нет. Какой-то уебок меня призвал. Так, ладно. Где? Я пока КЗ шел, у меня с микрофоном не так. Он просто, блядь, отрубился почему-то. Угу. Я потом уже разберусь, а сейчас я пойду хавать. Так, алло, меня слышно? Ну, да. Ты не поверишь, но в 2024 году я научился разделять аудиодорожки на разные устройства. Разделять? Иди нахуй. Нахуй, иди вот. Заново. Очко твое разделять. Какой интерфейс? Женщина, это не интерфейс. А скажи, что там? Даня, ты даун. Отлично слышно. Отличная информация. Я с того же микрофона, который внезапно может отключиться. Ну, я не знаю, HyperX гарнитура, она охуенная настолько, что внезапно может выключиться, и тебе придется переустанавливать драйвера, там, тыкать ее мини-джеком туда-обратно. А может просто работать. Надо было купить эту свеновскую палочку. Понял? Да, просто да, палка да. Кричит под дремалом. Да, самое веселое. Звук, как из бочки. Качество звука примерно вот реально back in those days. А? Будем говорить, что для антуража. А на чем мы остановились? А, я так и не смог найти костер после босса. Ну это похуй, мы пойдем на эту так, бабку. Так, слышь, черт, а ты мне помочь не хочешь? Тебе нужен уголь. Точно. А куда надо тпешиться? Граница цитадели Фарона. Фарон. Я помню, можно было его ключи дать во втором ДС. Но я же говорю, вся игра это намек на второй ДС. Второй ДС. Я его вспоминаю, а потом вспоминаю вот эту локацию, там где черви из-под земли лезут, там где... А, перед гниющим? А храм Аманы ты не вспоминаешь, да, когда тебя хуячат со всех сторон? Да, ну с храм Аманы тоже жопа ходила, но он хотя бы внешне выглядел неплохо, а тут прям все хуёво, хуёво, просто все, блядь. Нахуй. Я помню, я пытался в статуэтку превратиться и прокрасться, но не вышло. Да, они что-то заподозрили. Да. Кстати, да. О статуэтках. Погоди, ну-ка. У меня где-то был предмет. Да. И я стану... Блять. Я сундук из Resident Evil 4. Точнее, этот... Как это называется? Ну не бочка же, как она называется? Квадратная бочка, как коробка. Это называется? Да, коробка. Все, пошли. Пошли. Что ты медленно идешь? Не подгоняй меня, я медленная коробка. Я отжил свое. Вот ты как зумеры какие-то. У тебя выход энергии отсутствует. И ты бесишься. Да. Квадрокоптер. Квадрокоптер, блядь. Слушай, ну это будет долго. Не-не-не, погоди, сейчас будет стелс-момент, и после этого все замечательно. Присесть. Есть кнопка присесть. Ctrl. Есть Ctrl.
Блять, ты. Ну ты заагрил, молодец, стелс провален. Ну иди дальше. Бэтлох, цветовчик. Я держу, держу его. Лол, а они реально не видят. Смотри, я могу ему к нему вплотную подойти, ему все равно будет. Он не понимает. Я короб, блять, он меня спалил. Как так? Понимаю. Блять, он понял. Так, если что, я забыл, как играть за эти два дня, поэтому я не уверен, что все хорошо пойдет. Сейчас... Ёб твою мать. Я тоже забыл, погоди. Ага. Гожу. О, у меня есть спустя, ты знал? Кто тут лежит? Сейчас, у меня тут бои титанов. Там тип застрял. А я отстрял. Купи геймпад, блядь. Поможем, на самом деле. Да, геймпад достать надо. Я пока не думал, что мне понадобится геймпад. Более, у тебя есть опция купить проводной. Проводные стоят копейки. Так у меня и так 4 геймпада есть, их просто взять надо. А, ну, а ты в закрытом подвале, да? Ну, считай почти... Ты... Не, я не в закрытом подвале, я сейчас в пыточной нахожусь. Тут ты даже не представляешь, что со мной делают. Я вот сейчас вырвался по стелсу поиграть, но на самом деле это... Не для записи, это где сейчас вообще? Не для записи, на запись, говорит, охуенно придумал. Так, тут запись останавливается, тайная информация. Я продолжу ее чуть позже. Так, мы продолжаем запись после тайных переговоров между нами. Мы делали... Да. Делали план по захвату мира. Ирландия плюс UAE. Скажи, как ты мне скидывал мне свои дикпики и говорит, что это за прыщ, ты не знаешь, у тебя было такое? А потом ты говоришь, что ты не собака, да? Ты хуже, чем собака. Ты что может быть хуже, чем собака? Я собака, ты собака, я собака, ты собака. Ты, блядь, что? Ты можешь это снюхать мелок, который я начертил возле костра, пожалуйста? Там он дорожка. Снюхать? Я же не со слободки. Че ты мне все снюхать предлагаешь, а? Вот снюс? Бля. Снюс, я бы подумал еще. Снюс бы закинул. Перорально. Куда еще можно всех? Ну, кто знает. Зумеры сейчас очень толковые, так сказать. Они придумывают разные способы. Ну да, я думал, что я никогда не стану этим типом, который, знаешь, типа, фу, ну и говно, типа, молодежь слушает. Ну ёб твою мать. Это просто нахуй невозможно. Да ты сам тот еще говнослушатель. Каких-то селдвеллеров слушает, английский рэп, хотя есть испанский, к примеру. Польский рэп, блядь, ты слышал хоть раз польский рэп? Это такая нахуй поглыбна? Нет, я не хочу. Не скидывай, пожалуйста. Лучше уже дикпики скидывай, чем польский рэп. У меня ни одного трека нет, они для меня все одинаково звучат, но одинаково охуенно, я бы так сказал. Давай вставай, блядь. Я тебе покажу нахуй, как на паскоте разбираются с этими пацанами. Мы за эту улицу, блядь. Ай, мне не нравится. Да, Даня, Найк, блядь, все на месте. Да ёб тут, почему? Ааа, их кто там? Там чел встал. Они все меня пиздят. Ух ты, ёб. А ну. А теперь все тебя пиздят. Так, нужно понять. Нужно понять, я понял. Я понял, Даня, я понял. Я не понял, а куда мои есть подстегиваются? Было 8, стало 3, блядь. Я даже не пил нахуй столько. А когда ты подключаешься к другому игроку, там минус половина где-то. А почему раньше он в катсцене не вылазил из травы? Вроде вылазил. Может, трава выросла, пока нас не было. Два дня прошло. А, он рядом. Даня, пизди. О, он завис. Давай, гасим, все, загасили. Как в подворотне встретили. Острыми палками запиздили. Вот так, блядь. Так, тебе надо узнать, где здесь костер, да? Да, для угольня это какое-то, аккуратное название для чернокожего или что? Тебе не говорили, что ты расист? В этих всех вещах. Да не знаю, мы тут в Ирландии пиздим чернокожих, на самом деле. Вообще цыган только, чернокожие еще нормальные, типа, цыган тут не видит. Тебя еще не своровали? Нет, ты что, лошадь? Ты хуже, чем лошадь, ты собака. Я как-то видел... Ехал на автобусе и видел повозку, где не хватает лошадей, типа только вот эта телега стоит. Думаю, бля, заселили нахуй типов. Миша, я не знаю, что ты будешь нарезать из этого видоса, но надеюсь, что все российские приколы ты вырежешь. Российские или расистские? Расистские.
Меч фараона. Тут какой-то меч, и на нем еще какая-то хуйня. Меч фараона, начнешь рэп читать. Скыр-скыр-скыр. Звуковые эффекты меча. Не обижай фараона, нахуй. Наше поколение на нем росло. Бросок булыжника. Изо рта вылетает каменный валун. Ебать! А это еще и пиромантия. Я хочу. Нахрена тебе валун изо рта? Член для начала выйдет. Это круто будет. Это как фаербол, только, блядь, валун нахуй рыгнуть. Чисто камень из почек выплюнуть. Да, надо 12 веры. А я так-то не очень верующий, если понимаешь, о чем я. А, мне кажется, я ошибся, когда в прошлый раз сказал, что тут прям рядом костер. Ну, а? Если что, там справа есть спуск. Там ты спрыгиваешь. Ой, ой, ай! Ой! Блядь! Охуенно. Нравится? Да. Находишь? Там, если что, если ты видишь карликовые вазы, не избивай их, в них темная магия. Я думаю, намек на карликов, что они темные создания. Блять, не знаю, я бегал, блядь, жертв скелетов, я никаких ваз не видел. Я видел только огромный валун, который мне в очко закатился. Смотри, когда ты выбегаешь от последнего костра, который был, ты бежишь вперед, и там... Погоди. Я сейчас, прям сейчас зайду и буду по инструкциям бежать. Уже поздно, я пробежал. Так, вот я выбежал от костра, а дальше? Ну, а дальше идешь, там интуитивно все понятно, как бы. Когда будет три баки ниндзя, ты идешь направо. Все. Думаю, я нормально описал. Бля, я что-то бегу, никакого костра не вижу, вижу только скелетов. Там будет три ниндзя и баки. Класс. Ух ты, ёб, крысы! Не-не-не! Хорошо, а крыс я должен был встретить? Да, допустим. А если ты вперед пробежишь, там будут решетки? Ну, я вижу решетки. Решетка большая. За мной бежит крыса. Ваш мир вторгся в убийца рыцарей. Вторгся в мой мир. Мне пиздец. Да, все нормально. Иди налево. Он провалился сквозь текстуры. Все нормально. Я не знаю, тут крысы, какой-то ниндзя, рыцарь вторгся. Ящерку вижу. Я не знаю, Даня, как тебе помочь. Ты справишься. Где ебучий костер, нахуй? О, я залез на рычаг, а? Ты там 11 тысяч нужен. Это все мелочи. Нет. Блять. Ну, я улетел в бездну, ты счастлив? Наверное, не знаю. Где ты? Что? Слушай, а ты можешь от того костра просто спуститься и оставить там мелок? Его можно оставить тут. Хорошо. Я помогу тебе. Не знаю, почему мы это сразу, блядь, так не сделали. Так, хорошо, я оставил мелком посередине, считай, почти. Просто иди за мной. Погоди. Где ты делся? Ну, я уже спустился. Подожди ты, блядь, я не успеваю. Уже катится камень. Не пиздец. Нет, все нормально. Он разбился. Ай, блядь. Это что за хуйня? Его не было. Сейчас, погоди, надо проверить. Там дальше? А, он спрятался. Иди нахуй, блядь. Скелет ебучий. Подожди, а как же души забрать? Потом, вначале костер. Дробцы. Ёб твою мать. Там не прокатился. Я что, туда иду? Ты где? Миша. Что? Беги к костру! Ага, пересчитываешь, этот костер нашел бы сам, правильно я понимаю? Теперь вот здесь вот открываешь мост. Давай. Ой, не мост, а ворот. Блять, быстрей, дебил! Да не лутай! Ну лишь бы каждый уголок залутать. Ну все, выживай. Ну конечно, оно светится, блядь, шо, ебанутый. Ты же мимо пройти. Стой. Делаешь. Смотри. А, блядь! Ну, тут спуститься можно, там порожек просто был. Там съехать можно. Типа... Сейчас кость изуну. Да не нужно кость, там съедешь, и там чуть дальше костер будет. Просто спустись. Поздно, я... Просто спустись. Бля... А, здесь же мимика, на мимика можно забайтить на демона, да? Ну-ка, я ж хорошо помню. Мимика. Иди, пизди его. Побежал. Не меня, пизди. Ой, бля. Битва титанов. Охуенно. Первый титан сразу отъехал. А, да. А тут есть колеса?
Скелеты колеса. Вроде да. Типа как скелет анальгин, скелет гидроперит или что-то такое. Что лучше взять, кольцо Хавила или все-таки булыжники метать? Ну, там давай так, ты хочешь метать всякое говно изо рта. Естественно, что ты возьмешь булыжники. Бейтесь за меня. Блять, они умерли. Я посмотрю вот с такой площадочки. Прекрасно. Блин, скелеты какие-то вообще беспонтовые. А, не, нормально, гайс. А, они же бессмертные, точно. Так, катакомбы картуса. Давай, блядь, булыжник, чё. У меня опять булыжник приехал, сука. Блядь, какая мерзкая локация, это пизда. Это ж лучший геймдизайн. Я бы даже... Я бы сказал, это... Геймдизайн. Почерк, это почерк разрабов. Спасибо им, что болото, блядь, в каждой игре есть. Тут есть где-то осколки, эстусы там. Не, ну есть, но... Забей. Тебе не надо. Ну, нахуй не нужны, конечно, блядь. Хуесос, блядь. Что делать с мостом, ты мне расскажешь? Я же сказал уже, ты перебегаешь и ломаешь мост. Я его сильно рано сломал. Что, если мимик мертв, как мне демона этого заебашить? Там снизу есть скелет. Вот ты смотри, ты куда долбишься, в уши? Я тебе говорил, так, там скелеты... есть скелеты, скелеты на него заагрятся, да. Они бессмертны, и они его рано или поздно запиздят. А, ну пока не пиздят только меня, ну ладно. Ну побегай там, не знаю, поагитируй их немного. Все, готово, готово. Сейчас все будет. Все, пацаны, сражайтесь, вперед. Меня призывают в другой мир. Кто меня призывает, блядь? Где ты оставил это хуйню? А я нигде не оставлял. Нет. Меня призывают в другой мир в обличье синего духа, но я умер. Меня призывают. А-а. Я буду сейчас кого-то защищать. А, я никого не буду защищать. Сорян, пацаны, меня убили. Ах, вас занять. Ой, господь бог, какая ж хуёвая локация. Это господь и... Иисус Христос и... Господь. Это Господь и Иисус Христос, Господь. И это Господь и Иисус Христос, Господь. И это Господь и Иисус Христос, Господь. И это Господь и Иисус Христос, Господь. Извините. Игра просто очень нравится. Получаю невообразимое удовольствие. Типы, не умирайте, вам воевать. Как, блядь. Намобилизировал нахуй скелетов, а они тупо нули. Давай. Чуть-чуть осталось. Скелетик. Давай. Ей! Он это сделал. Душа демона. Я оставляю я пошел, знак на покинутой могиле. Ты возвращаешься. Я пошел туда. Откупаться к статуе, но за мной какая-то бабка спрыгнула. Эй, бабка. Сейчас. Мне надо до статуи просто добраться. А вот проход. Нет, мое очко, не надо. Не. Но одно у меня. Ёб твою мать! Ёбаный скелет, нахуй. Еще один ёбаный скелет. Еще один ёбаный. Сколько можно? Так, мы этого молодого человека не дождемся, так что мы идем рашить босса. Не-не-не, я сейчас буду. Стой! Так, покинутая могила. Знак. Да-да-да, я уже в пути. Покинутая могила. Я не хочу просто косточку взять, я сейчас буду. Знак. Сейчас буду. Покинутой могиле? Да-да-да. Рядом со знак. Да-да-да. Я вот уже буквально вот. Уже за углом. Я бы Вальнира уже убил. Я бы уже Вальнира убил. Нет. Нельзя. Трогай Вальнира. Нормальный тип. Я даю тебе 5 секунд, и я иду дальше рашить. Ты меня задолбал. Ты занимаешься какой-то фигней. Один. Я уже тпшусь на костер. Два. Три. Это знак. Четыре. Это знак не оставил кондон. Да, оставил я знак. Едите, я, конечно, сосна выгляжу. Ужас. Просто ужас. Ужас, как сосна, блин. Да. Блин, интересно, а удобно играть на тачпаде в Dark Souls? Не. Блять, а почему? Спрашивает, откуда я знаю. Так, ну смотри. У нас новое правило. Когда ты меня... Сам ты страшный. Я просто альтернативно красивый. Короче, раз уж тебе не нравится, кого ты призываешь,
Я, когда ты меня призываешь, я буду играть с тачпада. Все. Дай угадаю, вода это лава? Нет. О, надо же. Никаких болезней. Сейчас тебя приебет. Это что за хуйня? Ёб твою мать! Перекатывайся. Я перекатываюсь, а куда? А, я понял, это дюна, да? Там типа червей, это босс? Ну, мини-босс. Это подземные черви. Дай спайс, мразь. Ёб твою налево. Ты можешь ко мне прибежать? Я пытаюсь. И ты в 3 FPS двигаешься. Щит железный! Железный щит! Оп, оп, оп. Давай, вот давай. Ты справишься. Ко мне, ко мне. Иди ко мне. Что, мы его не убьем? Теперь жди. Не отходи. Подойди ближе. Все, теперь ждем. Там как бы баллиста тройная. И вот она ебашит. И дамажит еще и червя. Мне кажется, надо вот тут встать. То она сквозь него проходит. Время прошло, жестокое избиение. О да, это жестоко. Я же ниже, чтобы червяк опять не малыш. Эй! Лоу! Лучик контужен. У меня так же нет обращается ТП-бар. Тебя сейчас припиздят, не выходи. Я посмотреть ходи. Я с пацанами смотрю на геймплей Dark Souls 3. Все, пошли. Чё монетку? Домовой кол. Если я не могу встать. Где ты, блядь, делся? Там подъем, туда беги. Там туман. Ты подъем, справа. Справа. О. Так, так, обернись. Обернись. О, так, так, смотрим. Как... Он справляется, О, ты у мамы умничка, какой умненький молодой человек. Все, на все хватит. Вот. Активируй. Сейчас ЧСВ поднимется. А в натуре костер. Такой же, как предыдущий, один в один. А теперь готовь жопу. Во-первых, тут может, будет много мобов, во-вторых, я буду с тачпада. Я буду направо бежать. У меня 8000 душ, предупреждаю. У меня 7200, но я их не потеряю. Что, кольцо надел? Нет, я ж призван. Так, здорово. Здесь надо будет прыгнуть. Блять. Ну, прыгни. Прыгнуть? Прыгнуть или... Ой, блядь. Я к тебе иду, сейчас. А, тут тупик, тупик. Ладно, тебя запиздят, ну ладно. Там уголь. Нормально, там уголь. Типа, дай катиться. О, костер, тут костер. Налево? Налево или направо? Я не знаю, где... О, давай, активируй. Так, побежали. Мы сюда и шли, или так получилось просто? Да. Туда, давай. Так, спрыгиваем. Или, нет, стой, погоди. Нет, погоди, надо подумать. Прыгай. Оп. Давай быстрее. Я перепрыгнул, давай. Блядь. Ща. Я, кажется, помню, как подняться. Ага, так, вижу фиолетовое говно. Я уже спрыгнул, погоди. Я к костру поднялся просто. А где костер? А, вот костер. А где ты? И где? А ты где? Я возле стеной. Костра. Так. Я перед тобой. А, вот. Ну, я что могу сделать? Охуенная локация, что мы теряемся. Тут твой сородич. Ты что? Нет. Ну, я твой, не пиздите. Ну, дальше разберешься, в принципе. Да, я застреваю в каждой крысе. А, тут же еще можно вроде тебе друга привезти. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты наверх пошел или нет? Нет. Блять! Я сейчас друга приведу, он дамажный. Ты наверх побежал? Ой! Да, это была ошибка. Сейчас чел прибежит, пойди. Ну, в общем, беги туда. Да, беги. Ну, не умирая, беги. О, трёлся. Чел завис. Ой, нет, он развис. Знаешь, а с тачпада неудобно играть. Удивительно. Он бежит за тобой. Наш? Беги от него, беги, он запиздит тебя. Блять, но тебя запиздил другой. Где ты делся? Я возле босс. А, тут уже. Лоу. Подбегай и бей сразу. Да. Во. Никто не встает. А че ему на дрона? Да, такой неприятный молодой человек. О! Я очень мало дамажу ему. Ну, может, тут немного прокачаннее надо быть.
А сколько твой кто? Отбегай, отбегай, убегай. А нет, да-да-да, отбегай! Убегай! Ой, это мисклик. А, прячься, прячься зачем? Сейчас фаерболы полетят. Прячься. А, они в тебя летят. Ладно, сейчас. Только не умри. Страшно, любую плюху получишь, пиздец. А, беги, беги, беги нахуй! А, вот не еблан! Еблан, ты как-то с задержкой слышишь, или ты думаешь, типа, с задержкой? Я тебе говорю, беги! Да, на него, от него, мне туда бежать. За него. Давай я знак оставлю. Ты еще не бил его? Нет. Давай на твоего сходим, так выходнее будет по этим ресурсам. Спасибо, Даня. Даня, спасибо. Все, пока. Пока. Блять. Ну, когда умрёшь, Дэнш. Да, вот как раз умер. О, ты прибежал, нихуя себе! Ты нашел босса! Ого! Ты так быстро сдох, блядь. Сейчас, я сам его затраю. А то есть у меня ощущение, что сам я его как-то побыстрее пройду. Да, мне сильно больше нравится. Охуенно, охуенно, блять. Кто нахуй эту локацию дизайнил? Японский фашист. Сука, там какой-то хвостик был, я об него споткнулся, не смог убежать от его ваншот атаки в конце. Класс. Это когда он вот нагибается. Взрывается. И... А, это ваншот атака, вот он шо. Угу. Один вопрос, блять, а не 101. Почему оружие с босса двуручное дамажит так же и даже хуже, чем одноручный мечик? Зубочистка, сука. Все, забил. Блять, говноедский босс, боже мой. Победитель самых сложных боссов снова на связи. Пока там недалекие люди сражаются с ним миллион лет, я вот... Ну, это он врет, это он бахвалится, он на самом деле там призвал 10 духов. Не, бля, все оказалось настолько просто, нужен просто щит резистом к огню. И вообще похуй на него. У меня даже 5 эспесов осталось. Лак демона, что такое? Это вот то, чем бил сам Брюс Ли. Мяу. Вот он шел по улице, и все такие, о господи, это же кулак демона. А, нифига, нифига рэгдолл, вот это класс. А вас подвиг... А, я понял, вы не существуете. Ну, оставляй тогда знак призыва, пока я это... Подгоревший. Пойдем на Вальнира. Ты тоже подгоревший? Погнали. Аж, типа, за победу над боссом дают? Ну да. Когда ты побеждаешь любого босса, тебя под... у тебя подгорает. Я никогда не обращал внимания. Ну, люди с даунизмом, они такие, невнимательные. Так, кто это? Даун. А, догма. Ну, почти. Ты в курсе, что ты немного со словом ошибся? Говорит, ты читать не умеешь, а Доун, ой, я не понимаю. Я умею читать. У меня 5 баллов, типа, поплющилось 3. Я вроде ходил к стату, типа, все у него оплатили. Ходил к стоматологу. Верните бабки, блядь. Вот эту мыльную дверь ты запомни. Это часть лора. Ты именно мыло? Что, бойцовский клуб? Эй, кто ты дох? Стой, стой. Просто стой. Ладно, бей. Беги, беги от него. Ого, он победит. Сейчас бахнет. Бахнул. Да. Сейчас бахнет. Бахнул. Сейчас бахнет. Положи руку. Бахнул. Положи руку, и он... Найс. Все. Бездарность, блять, ну лёгче. Лёвый. Сейчас будешь сам его проходить. Нет, не хочу. Он классный. Он классный. Тебе понравится. Да не, он какой-то бубоёб. А, я оставил знак возле того же костра. Нема знака, ёптю, мать. Посиди, отдохни, посмотри. Ебал дук. О, вот видишь? Я более чем уверен, что это все из-за твоего минус 10 зрения. Тебе нужно вот пиксель в пиксель подойти, а чтобы что-то увидеть. Минус полтора. Ну, то есть умножаем на 10, минус 15. Что умножаем на 10? Ну... Схуяли. Можно и так сказать.
Ну, что сказать? Если она меня сейчас опять приедет, то я труп. Ты прикалываешься. Да, да. Самый опасный моб найден. Катающийся шарик. Давай, давай, пропускай. Мы смотрели это уже. Мы смотрели эту катсцену. Ты скипнул. Тебе показалось. Вот, все, пропускай. Ну и тут босс, что непонятного? Ой, блядь. Пойдёшь, дышит, на меня дышит. Ёб твою мать, что это что? Как я находился дальше и успел убежать, а ты нет? Я ближе, я прям возле руки был. А, ну я вспомнил, у Steam Deck экран, короче, меньше, поэтому ты меньше видишь. Да, а, да, да. Я оставил ближе. Знак. Ближе видишь. Не руби мост, блядь. У меня выносливости нет. А он нервничал. А он переживал. Конечно. Ожидаю нож в спину каждую секунду. Ты скелет... У меня тут скелет-колесо есть. Как в этом. Как в Трон Дэвиде. Я вижу их. Один даже живой. Один даже живой. Он катится. У меня травма нахуй. Бежишь вперед, и там будет костер. Да, я такое уже помню. Ты говорил в прошлый раз точно так же. Ну тут точно будет костер. Ты его увидишь. Ты его узнаешь из тысячи. Да, слово, то, что в прошлый раз говорил.